Должен отметить, что в этой избирательной кампании руководство Республики Молдова не продавливало своего кандидата. И хорошо, что дали возможность жителям Гагаузии самим выбирать своего руководителя. Это мудрый шаг со стороны руководства. Вчера во время избирательной кампании мне несколько раз звонили руководители страны. Я докладывал, как идет процесс голосования. Было большое внимание со стороны дипломатического корпуса. Я впервые наблюдал такое количество дипломатов, которые до последнего, до 12 ночи практически были у меня в кабинете. Это хороший сигнал внимания гагаузской автономии. Было большое количество международных наблюдателей. Это тоже говорит о большом внимании гагаузской автономии. Это тоже очень хорошо.